χρόνος καταιγίδες μας κερνά. Εμείς το χρόνο θα νικήσουμε ξανά. Πάμε μη ρωτάς, εκεί που έρωτας τερά φορά. Yes, yes, this one, sir. Разрешите официально вас поприветствовать на Кипре, официально от Министерства туризма Кипра. А пока мы добираемся до отеля, я хотела вам сказать, что на Кипре я была 6 лет назад, но я ничего не помню. У нас сейчас первая остановка, и мы приехали, послушайте, куда. Вам слышно? Я готова даже испачкать свои беленькие кроссовочки. Пошла. Сейчас, подождите, девочки, секундочку. Сейчас, она типа одна. Но на самом деле она не знает, что там такая толпа стоит. Делаем маленький обзорчик по этому чудесному номеру. Отель называется Пионер. И что же у нас традиционно на улице? А на улице у нас бассейн. Вот так это выглядит. Привет! Все, мы наконец-то доехали! Да! Hello! Thank you very much! You're welcome! Bye-bye! Bye-bye! Рассказываю, мы приехали на Кипр. Меня позвали буквально за 1.5 дня до вылета, девчонки. Я не смогла отказаться, потому что поездки я просто обожаю. И это будет блок-тур на 4 дня, где мы поедем в разные места. Я еще толком ничего не знаю, но будет точно круто. Так что с приездом, и у нас новый блок. Погнали! Вот что значит не сезон. Всем доброе утро! Там, где Настя, там что? Правильно, всегда дожди. Поэтому сейчас моросит, но я думаю, он скоро опять польет. У нас много планов на сегодня, но я решила со своим прекрасным голосом выйти прогуляться, посмотреть отель, потому что приехали вечером. Все, мы уже собрались и готовы выезжать на нашу первую экскурсию. И нам будут, конечно же, рассказывать экскурсовод все подробно, и я вам потом расскажу. Первая остановка – это пафосские мозаики, дом Диониса на Кипре. На самом деле они были обнаружены только в 1962 году, и то случайным образом нашли остатки строения, относящиеся к 3 веку до нашей эры. А чуть позже были найдены фрагменты 4 зданий той поры, вы представляете? 3 из которых сейчас можно посетить, и мы как раз сейчас будем этим заниматься. Как сказал один наш путешественник, истинная сущность женщины. А молодого человека боги наказали. Однажды он сидел на берегу реки и увидел свое отражение. Был настолько восхищен своим отражением, что стал любоваться до бесконечности. Вот почему по сегодняшний день мужчин, которые занимаются самолюбованием, называют нарциссами. Мозаика сюжета из греческой мифологии, потому что римляне были всегда покорены греческой культурой. Там углу рамки мы видим зима, потому что зима – это самый дождливый период на острове. Здесь зима изображается в виде старца с кувшином на голове, из которого вытекает вода. А потом мы очень много фотографировались, да. Потому что мы увидели поля маков. Вы посмотрите, как это сочно и красиво. Все девчонки растворились. Да. А теперь мы едем кататься на хаверах. Нет, не на хаверах, на геликах. На геликах. На геликах. На гелике похоже. А может на... КАМАЗ Джип Сафари.
Слушайте, это, наверное, была одна из самых впечатляющих для меня экскурсий, потому что я обожаю природу. Если можно так назвать, то происходит уединение с природой. Ты видишь всю эту флору и фауну, то есть скалы, море, остров черепах, плантации, и все на вытянутой руке. Во, беги, ромашка, беги, беги. Ромашка полевая. Все, 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 Юля. Там прыгают две. Смотри, они прям. Ты видишь, как они прыгают? Я вот тренируюсь. Они что, гремят? Деленные. Делиса, ароматик. Аромат, делис. Мирис, блин. Главное, поесть самое да, главное. Да, мы идем кушать, у нас обед, и мы будем есть мизе и свежие. Сегодня рыбку. У нас, наверное, будет рыбное мизе, так как у нас сегодня планируется рыба. И наш первый морской обед был в Марине. А теперь вы готовы посмотреть, почему я привезла домой плюс 1,5 килограмма? Да. Реально, да? И носить они, ребята, могут так до бесконечности, потому что мизе – это не одно кипрское блюдо, а целое меню, которое включает в себя закуски, основную часть и десерт. Смотрите, мы приехали в гости к женщине, которая принимает в этом доме. Hello. Hello. Да. Мы приехали в гости к Софии. Она самоместный житель, живет здесь, на Кипре. И нам предлагается посмотреть, как живут по-настоящему киприоты. А самое главное, знаете что? Мы будем готовить вместе с ней халуми. Самый знаменитый и вкуснючий козий сыр. Козий, по-моему, козий. Территория дома не очень большая. Зато посмотрите, какой здесь чудесный маленький каменный садик. Кстати, свои лимоны растут и мандарины. И будем готовить сыр халуми. 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 Вау! Ух ты! Пис. Это она здесь живет, обалдеть! Представляете? Это здесь можно снимать каждую деталь. О, там спальня! Обалдеть! Like a museum, really. Что-то мне хотят показать. The cheese. О, это cheese? Cheese, yes. It's halloumi, да? Halloumi. Ага. Yes. Put inside? А. О, так быстро? Mm-hmm, understand? Good. Да. Иисус Христос. Вау.
Иисус Христос. Ага, вы. И нам очень повезло, что утром мы покатались без дождя, потому что сейчас вот, вот это моя погодка. Да. Υπερθεράζικο, παιδιά μισό και αλλεργικό, του πεθερού μου μοιάζει. Μισκένα μου έχεις κάνει, παράδοση ρε για я дома. Ребят, это был такой насыщенный день, просто невероятно. Мы сегодня успели посетить мозаику, которой 1700 лет и выкладывали ее вручную. Честно сказать, до сих пор не понимаю, как это могло сохраниться и как люди в то время это делали. Видели раскопки. Но самая запоминающаяся для меня, конечно, была поездка к Софии. Я показала вам ранее ее дом, как она нас встретила. И знаете, прям чувствовалось, что человек хочет это показывать. Она сама, девочки уже пошли кушать, она взяла меня, она пошла мне показывать, как делать сыр, где она выпекает хлеб. Сама просто говорит, пойдем, пойдем. И в конце она подарила мне вот такой хлеб и сказала, что это просто как сувенир, потому что он... Слышите, очень такой. Я не знаю, что с ним делать, наверное, везти домой, но он огромный. И вот такую помелу, которая растет у них. Кстати, на Кипре растет очень много фруктов. И нам рассказывал экскурсовод, что это и драгонфрут, и манго у них свое здесь есть. И очень много тайских слов я слышала. Не повторю вам сейчас. Было классно. Ну и, конечно же, поездка на вот таком джипчике вдоль моря, по бездорожью. Это было то, что я люблю, потому что, давайте будем честны, от истории я далековата, и мне красиво, интересно, но я очень много не знаю мифологии, и поэтому мне ближе что-то людское. Но впереди у нас с вами еще два ярких, точно и насыщенных дня, поэтому баю-бай. Surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Пойдем? Не, не пойдем, не пойдем. Вас зальет, я семье. Вам нужно пройти всем через арку. Билеты спрашивай. Билеты есть? Окей. Ну, собственно, пришли посмотреть, откуда же вышла, выплыла Афродита на большой раковине, как говорится, по легенде. Вот здесь. Мы прошли все круги ада, чтобы сюда попасть. И теперь босичком по галечке идем смотреть. Слушайте, я вообще не боюсь гальки. Но тут очень больно. Вау! Давай, давай, стой! Поэтому просто поднялись чуть выше на машине. Здесь находится смотровая площадка, и можно увидеть вон там вдалеке то самое место, где выходила Афродита. А это мы уже приехали в археологический парк Курют. Тут на самом деле сохранилось очень много древних зданий, храмов, мозаики, высокие колонны,
арки. И самым знаменитым археологическим памятником здесь является амфитеатр. Он очень здорово сохранился. И если вы любите погулять по раскопкам, то вам точно сюда надо. А привез нас с другой стороны на эту деревню. Обеда нас нечаянно, честно говоря, завели на улочку, и здесь все растерялись. Идет дождь, прям практически, вы же с Настей, поэтому идет дождь. И все как обезьяны опять стоят, фотографируются, но тут очень красиво. Эти улочки спрятаны в деревушке Омудус. Она расположена на высоте 810 метров над уровнем моря, поэтому летом здесь намного комфортнее, чем на побережье. Это деревня миллионеров, известна еще как Винная деревня, а еще тут находится старый монастырь Святого Честного Креста. Немножечко накапало. Включили солнце, наконец-то! У нас сегодня последний полный день и ни одного облачка. Это очень круто. Мы переехали уже в новый отель, можете посмотреть, но так мы будем поздно, вечером уже будет темно, а завтра улетать рано-рано утром. Я решила сейчас выйти прогуляться вот по пляжу. Сегодня будет опять куча всего нового и интересного. Мы поедем в Айнапу смотреть эти сумасшедшие пляжи, гуляемся там. То есть мы обколесили полуострова. И он весь разный, так что поехали смотреть. А вот и знаменитый пляж Айнапы, на который мы приехали. И честно сказать, мы готовы искупаться. Потому что манит. Оно такое голубое, а оно манит. Приехали на обед, я честно говорю, я уж больше не могу есть, здесь так все вкусно, но так сытно, девчонки пошли заказывать, а я вышла вот здесь в порту Марине просто прогуляться, поговорить вам и сказать достаточно важную информацию, что на самом деле на Кипр можно полететь дешево очень, можно полететь дорого, как в любую другую страну. Каждый человек подбирает под себя, что ему больше подходит, нужно сразу понимать, что Кипр это не Турция, это не Дубай, где все блестит золото, бриллианты, это
больше для меня похожа на Грецию. Такие старые отели, но при этом здесь очень-очень колоритно. И важное, вот важное замечание, что цены вы подбираете сами, потому что есть очень дорогие отели. Можно, вот мы сейчас встретили девчонок, они приехали сюда за 21 тысячу завтрак, ужин и проживание. То есть можно урвать что угодно, но здесь атмосферно, здесь прям классно. Здесь нужно ездить по острову и смотреть, что происходит. И последнее, о чем я сегодня хочу рассказать, это скалистая береговая линия Каво Грека. Если вы видели фотографии на скалах, то это именно здесь. То есть это визитная карточка Кипра. Здесь мне хочется завершить свой влог. Надеюсь, вам понравился Кипр. Приезжайте сюда, обязательно бежите, берите машину, путешествуйте и смотрите все, а не сидите в отеле.